Вам жуй, полудурок. Хуй жуй, полудурок. Демонстрации массовой беспорядки, протесты так называемых желтых жилетов охватили всю Францию. На улицу выходят водители, медики, студенты. Арестованы сотни человек, число пострадавших уже исчисляется. Дух Франции тут. В подворотне каждого дома также засано все, и вокруг ни одного знакомого слова. Пока стержень не сломан, есть варик выйти условно, но дни тянутся медленно, словно снятые вслух. Как у ослов мозг, когда поводок становится туже, пока не расквасили нос. Язык мелет, как круженый, тут грязные души, словно это дешевый каршеринг. Но житуха тащит свое, словно ебучий торштекин. Становится жарко, будто это Марсель, аж лоб обгорел. И базар начинается настолько вонючий, как сыр камамбер. Нас с детства учили, что нужно уметь работать руками. Особенно когда ты детина, будто Ромелу Лукаку. Все тот же привычный стиль, тот же дворовый вайб. Досталось под пальто поджиг, падай ебалом в асфальт. Ты любишь Прованс, но его нет в архитектуре района. Дух Франции тут, в подворотне каждого дома. Тот же запах санины, что и в пригородах Парижа. Люди также недовольны, только у нас их не слышно. Мусора или жандармы, неважно, пидорасы продажные. Эстетично убирает вино народ. Только его тут ведро, лучшие бордели там. Но их лучшие бляди наши дамы. В такси чистой воды узбек Даниэль. Вправду никто тут не верит, все на своих местах. Мигалки на крыше, боксик в кармане, пальтишко потише. Это романтика крыш, хрустят багеты у лягушатников. У нас кости, мы ждем в гости. Постер с Эйфелевой башней, плоский мир, но за углом многогранна культура. Бонжур, полудурок. Не просто демонстрации, а настоящий уличный бунт с погромами, вандализмом, грабежами и насилием. В результате